Всем привет, с вами Виталий Соколов, и в сегодняшнем видеоуроке, который называется Delphi игровые алгоритмы, мы с вами поговорим о том, как же можно в Delphi реализовать управление каким-то там персонажем, картинкой или фигурой. Запускаем нашу версию Delphi, и для того, чтобы наш персонаж или тот, кем вы управляете, мог перемещаться, вам нужно две переменные. Ну, например, это будут переменные px, то есть персонаж x, и персонаж y, например. Сразу же в formCreate, то есть когда создается ваша программа, мы должны установить какие-то координаты для этих px и py. Px мы присвоим 0, и py мы тоже присвоим 0. И давайте в этих координатах в таймере будем что-то рисовать. Скопируем вот этот buff canvas draw. Ну, например, у нас там есть с вами картинка. А, хотя стоп. Можно было так и оставить. У нас там третья картинка. Это, по-моему, какая-то башня. Вот давайте этой башней будем управлять. Только рисовать будем в координатах здесь py, а здесь координата px. Пока что мы запускаем, и вот видим просто нашу башню, которая у нас создана. Теперь давайте научим ее перемещаться. За нажатие клавиш у нас отвечает событие формы, которое называется... Их даже несколько, сейчас я расскажу о них. Есть он... Так, где же оно? Вот. OnKeyDown – это когда клавиша была нажата. OnKeyPress – это когда она была нажата и отпущена. И OnKeyUp – когда клавиша была отпущена. Вот с помощью вот этих вот событий и можно создавать, собственно, управление. Ну, давайте мы с вами создадим с помощью OnKeyDown, то есть когда клавиша была нажата. Здесь мы должны уже указывать, проверять точнее, какая клавиша была нажата. Например, мы напишем так, если K это клавиша, была равна VK right, это вправо, тогда PX, мы присваиваем PX, который и был, плюс, например, 4, то есть сдвинуть на 4 вправо. Давайте попробуем запустить. Вот я нажимаю вправо, и видите, у нас с вами двигается вправо. Хорошо, так, и прозрачность давайте отключим при загрузке, чтобы у нас не было вот этих вот остававшихся следов. Вот так вот напишем, если и больше одного, тогда только отключаем. Вот, пожалуйста, и вот мы с вами двигаем вправо, когда клавиша нажата. Так, хорошо. Теперь здесь же мы таким же самым образом с вами можем сделать и проверку на движение в другие стороны. Например, влево это VK left, вниз это VK down, и вверх это VK up. Так, при движении влево у нас отнимается координата x, при движении вниз у нас добавляется координата y. А при движении вверх у нас координата y отбавляется. 4 это скорость, на сколько пикселей он будет двигаться. Вот, например, вправо, вниз, влево, вверх. Вот, собственно, вы и научили вашего персонажа или кого бы там ни было перемещаться с одной стороны в другую.
В общем, простенькое управление уже реализовано. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на сайт и задавайте вопросы на нашем сайте delgame.ua, на его форуме, либо в группе ВКонтакте. С вами был Виталий Соколов.